выберите желаемое. Так, всем привет, дорогие друзья. С вами канал Кабелинас Гейм. Продолжаем время карты. Так, это у нас полигон. Ян, 45. Идем исследовать. Сейсмические испытания необходимы для сбора информации об износостойкости стройматериалов, а также зданий и сооружений под сейсмонагрузкой. На данном полигоне они проводятся на специальной виброплатформе, имитирующей сейсмические колебания советской земли. Результаты испытаний призваны обеспечить безопасность советских граждан, проживающих в строениях, спроектированных бригадами предприятия 3826.
Гидравлические испытания – это комплекс мероприятий, призванный изучить гидравлические свойства полимеров различной классификации и типов. Испытания проводятся на разных этапах эксплуатации вещества, модулируются различные аварийные ситуации и изучаются методы их ликвидации. В данном цехе можно наблюдать симуляцию полимерного затопления. Блок, контейнер и модуль помещаются в резервуар с красным полимером, исследуя поведение как строительных материалов самого контейнера, так и находящихся внутри контейнера. Угу. Сохранение доступа разрешен. Да. Ой. Значит, туда идти надо. Ладно, пойдемте туда. Манекены. Вести. Это тут. Что тут вообще надо? Так, что началось? Ничего нету, да? А, там что-то было. Господи, эти манекены. Везде. А, блин, с ума сойду. Поверху туда, значит, дайте.
Где ящики? Не поняла. Ну что, вниз надо? Лодка, да? Фундук. Там. Сохранение. Так. Тут что у нас? Thank you.
сигнал не входит. Право. Больше промучилась. Слушай, ты тот еще надоедливый черт, но, несмотря ни на что, хочу сказать спасибо. Ты и вправду оказался полезен. Один бы я тут с ума сошел. Благодарю. Взаимно. Без вас я тоже никуда. Неужели? Вы моя батарейка. Ха, пошел. Только вместе с вами, товарищ майор. Thank you.
Неужели? Это куда? Обратно вниз. Я на самом верху, да? Центр сечи. Полигон шкаф выпал. 8. И мне обратно вниз. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока-пока.